сейчас то же самое, то есть он пытается стоить, то, что делаем мы на коленях, и стоит, он пытается зашить. Да, смотрите меня, бросит через бедро, через спину, там, не важно, где висят. То есть что мы с вами делаем? То есть он, как только мы видим это движение, мы сразу увеличиваем что? Увеличиваем центробежную силу. Видите, чем? Сразу движение, как только мы отходим, то есть, видите, мы забросили. Ударили как бы по плечу, добавили движение. Он развернулся, потерял руку, он может не потерять руку, но мы можем передать вот сюда, и потом туда уйти. Если освободили руку, добавить и просто. Оставляем этот принцип. Оставляем этот же принцип вращения. Вращение, то есть ускорение. Давайте давать ему ускорение, центробежная сила увеличивается, он падает, скручивается. Плюс мы сами, наша задача поменяться местами. Это тоже дает силу. То есть ты толкаешь, то есть ты толкаешь, мы его начинаем лишать. И главное, то есть работа кисть. Здесь работает кисть, потому что скорость она вот здесь. Сразу видите, тоже у меня нет времени, например. Я не успеваю что-то, но я сюда не успел. Да? Чувствую, и вот это вот дернулось, а это сюда ушло. То есть все, что мы с вами будем делать, это называется пресечение захвата. С вами рассматривали, как в конце тренировки я вам объяснял, то есть это скрытый удар. Да! Да, как сами видите, да. Он сильный удар. Он сильный удар. Он с виду не кайфистый, но он сильный удар.